Подожди, Сереж, я конкретно из-за этого неуважения к своим решениям, я попросил поднять эти решения. В итоге мое решение, я такой же член этой комиссии, как все, его проигнорировали, понимаешь, при твоем попустительстве. Я воздержался, хотя я пахал на это дело вместе со всеми, а вы мне плюнули в лицо. Я никаким боком к этому округу вообще не имею. Это дело принципа. Вот этой комиссии. Я хочу, чтобы тут было все по-честному. Обещали людям. Как этим людям выйти сейчас в глаза смотреть? Мне стыдно смотреть этим людям в глаза. Здесь обещали. Вот и ни слова об этом никто не сказал. Я еще раз говорю, Игорь, мы могли вчера ошибиться. Мы могли что-то не посмотреть. Почему это такое неуважение? Я этого, Саша, я этого никогда не забуду. То, что сейчас мне плюнули в лицо. Да при чем же ты мне тыкаешь этими делами? Покажите эти два решения, где бы людям обещали. Я никаким боком к этому округу не имею отношения. Понимаешь как? Ну людям обещали, горожанам, те, которые платят налоги. Мы тут обещали. А теперь я брехун вместе с вами. Зачем? Все, я ничего не говорю больше. Хватит. Вопрос. Мне дали поручение. Я его выполнил. Тут принято решение. Теперь мне плюнули в лицо. Какое решение было принято? О том, что при очередном распределении бюджета эта дорога людям будет сделана. Правильно. Почему исполком не подал свое предложение? Я не знаю. Я объясняю. Мы здесь, на бюджетной комиссии, людям обещали. Это целый микрорайон. Комиссия выполнила свою функцию. Она поддержала. Почему исполком не включил эту дорогу? Скажите, пожалуйста. Мы сейчас, комиссия, вчера согласовали, пересогласовали. Машины. Там кладбище, еще что-то. В чем проблема? 1 200 000. Сраный 1 200 000. Людям обещали и не дали, блядь. Кто заявил? Я не знаю. Я со всеми голосовал здесь, чтобы людям дать. Я никаким образом к этому району не имею. Но я депутат, понимаешь? Вы слышите, о чем идет речь? Да не хочу слушать. Надо было прийти на исполком, и когда исполком голосовал. Мне не надо исполком. Надо было на бюджетная комиссия для того и согласовывать, Гореша. Для того и согласовывать это дело. Мне взяли, блин, 66 лет. Плюнули в лицо, понимаешь как? Плюнули в лицо. Я это никогда не забуду. Неправильно это, понимаешь? Неправильно.